Эльх Эртрак. 3,5 bis 5 Tonnen. Aber hier nicht. Hier schätze ich 3,8 Tonnen, sowas. Keine Ahnung. Circa. Aha. В общем, друзья, на уборке рапса спросил урожайность, но не уверен точно, что мне ответили. Надеюсь, кто понимает. Или я переведу, напишу, что мне ответили. Рапс этот удобряли первый раз весной сыпец румом и второй раз жидким навозом. Может, ставлю катер, таким способом покажу. Дожди тут постоянно, недели две последних дожди шли. Думал, что рапс этот и высыпется. Он выбежал. Олень. Думал, рапс высыпется, но сегодня окно, первый раз на две недели, наверное, и сразу заехали. Вчера еще дождь был. Я думаю, этот точно успеет убрать. Есть уже поля, где высыпается. Из-за дождя и повалило местами. Комбайн New Holland. Похожий комбайн я снимал на уборке пшеницы. Но этот вроде бы чуть поновее. Видите, поваляло здесь. Еще недавно тут ровно стояло, это из-за дождей. Масса большая.
общем, как обычно, не успел начать и уже заканчивает. Вот так выглядит рапс. Но вроде бы еще не начал стрелять. Еще бы чуть-чуть, и он бы посыпался. Все, последнюю полоску делаем. Последний кусочек. Интересно, всю дорогу охотник присутствовал на поле. Интересно, он тут специально стоял? Наверное, специально стоял. Что-то, видимо, должно было выбежать. В общем, спросил у охотника. Говорит, лису ждал. Походу, у них сезон открыт на лис. Но лисы не было. Видите, как в наушниках, все как положено. У них тут много комбайнов на гусенице. Видимо, часто дожди идут. Тут комбайн цепляет жатву. Hello? Все, на этом видео буду заканчивать. Коротенькое получилось видео. Ну, видите, какие тут поля. Как у нас дома огороды. Коротенькое видео. Урожайность напишу, если узнаю.